пятку опустила за ковер. Это по моему. Окей. Че не чуваме края на това. На рундовете не се чува края. Блядь, у них такие, ну у нас... Се чува края на рундовете. Ну, делают, да? Вот эта херня такая насыпает туда, такой ложечкой вставляют. А у них уже брикеты, блядь, корча. Просто кинул брикеты. Я просто это поставил. Больно, ну что? Да, новая система. Бля, вообще классно, ты шо? То есть тебе не надо, молот. Он уже молотый в таблетках идет. Ну вопрос, это молотый кофе? Не, ну по вкусу я ж чувствую. Я ж пью только молотый кофе. She said, please, Dennis. Dennis, you change the rack. Господи, мой кофе я пью, знаешь, так по безнадёжью подавал. Because this is a hard for all of us. Yes, of course. Vicky, number? Блять, уже пиздец, ну неделю. Я уже здесь неделю. Уже начинается. Это для меня много, скажем так. Ну два, ну три дня, ну вкусно. Пять. Блять, ну неделя уже. Да, да, спасибо. Я уже выложил его. Я потом домой приеду, уже все фотки соединю и в Facebook тогда закину. Ну, чтобы не писать. Мультичемпионат Европы. День первый. Просто напишу мультичемпионат Европы. И сразу все. Да, и сразу все. Наступают убегать назад, и когда противник подступает, бежать вперед. Это две такие ошибки, которые спортсмены не могут никак курить. Оп. Калё! 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 Behind you. Не знаю. Он что-то сегодня чудит. Уже даже этот не улыбался. Yeah,
лепаю, лепаю, он так орёт. Ну, после каждого турнира у меня сорванный голос. Не, он классный чувак, как я говорил. Он вообще беспонтовый такой, знаешь, спокойный, ну, на эмоции.